Доброе утро, Раф. Подскажите, стоит ли представлять себе состояние о том, что мы объединены, находимся в любви, и мечтать об этом, как бы примерять на себя это состояние? Обязательно. Является ли это тоже молитвой? Кен? Да, обязательно. Ну. Продолжай. Все, спасибо, вы ответили. Угу. Мы обязаны видеть состояние, когда мы объединяемся все вместе, ну вот буквально вместе. Мы должны видеть это перед собой и представлять это себе. И должны видеть, что мы будто бы уже в этом находимся. И через то, насколько мы можем себе это представить, исходя из этого, мы и действуем. Это подобно детям, которые, несмотря на то, что играют с игрушками, но они представляют себе, что они взрослые. И он играет с машинкой грузовика, с чем-то. Но ему это дает, это его развивает. Мы то же самое. Хотя мы еще не достигли объединения, но мы должны представлять себе, что мы находимся в объединении.